Итак, и всем здравствуйте! Сегодня у нас такой, ну как бы чехольчик, если что, упаковал все сам. Это не оригинальная коробочка, как мы уже либо по заставке, либо по названию догадались, что там очень маленькая, так ее можно назвать, игровая консоль. Сейчас я ее распакую. Запаковала и повторяю, чехольчик я все сам, так в комплект не шло. Это набрал инструкцию, и в комплекте идет очень маленькая игровая приставка. Про размеры еще поговорим. Так, инструкция у нас есть на разных языках. Самый голландский, потому что я в Голландии езжу. Разные есть румынский, есть болгарский. И в общем тут очень много языков, но русского нет. Вот болгарский. Вот. И румынский. Здесь, ладно. Какие тут игры есть? То есть пишут, что Tank Battle, танки, Race Car. Я не думаю, что на это нападут ничего, потому что выглядит она так. Там Challenge Mary, Shooting Daisy Tail, Rock Across River, и еще одна стрелка, и Tetris. В ней якобы 7 игр. Вообще, я считаю, неплохо. Так, мы поговорим о размерах. Вы уже видели, ну, что это не моя рука. Для сравнения, если не мелочек, человечек Лего. Размеры, я думаю, уже стали, понятно. Вот моя рука. Итак, при выключении всегда будет вот такая полосочка. То есть она есть всегда. И экран тут не полный, только на вот эта часть. Так. Давайте все же ее запустим. Так, вот она у нас в стоячем виде. Сзади есть батареечка, то есть тут экран такой напичный, так скажем. Вот мы включим, и мы попадаем в главное меню. Как я сказал, экран только эта часть. Также нажимаем включить, и вот у нас есть звук, тут он показывается. Включили звук, перелистываем игры до последней английской буквы. Так, вот у нас стоит А, это танчики. И сейчас я приближу, будет неплохо видно, но что будет. Итак, я как-то вот так сделаем, чуть приближим, нажимаем на он, и можно включить танчики, нормально вот так, и вот, да. Не очень. Так, но после долгих настроек можно и поиграть. Да, это достаточно несложная игра, но поскольку экран очень маленький, мне, по-другому вам показывать не получается. Так, вот мы и проиграли.
Нажимаем на эту кнопочку. И вот тут у нас гонки. Оно, как я сказал, ну, похоже, что падают человечки. Но это именно гонки. И нажимая эту кнопку, можно ускоряться, что я в гонках сюда и делаю. Ну, давайте начнем. Так, на видео это оказалось не очень удобно. Ну, ничего страшного. Ускоряем. Да. Итак, в общем, такой на гоночке я его коротко показал. Давайте мы переключимся на следующую. Это у нас Challenge Man. Я, наверное, не знаю, как в него играть. Но сейчас вам покажу. Нет, я не туда нажал. Ну ладно, сейчас к нему вернем. Так, нажимаем играть. Так, челлендж. Нажимаем старт и поехали. Да, я и вправду не умею играть. Так, а дальше я пытался поиграть, но камера никак не делала фокус, и это было достаточно сложно. Так, и вот еще есть какая-то на букву D, но о ней ничего не сказано в инструкции. Давайте попробуем поиграть. Так, я типа должен ловить эти блоки. Тут достаточно нелегко. Но если они летят одновременно, то как я это должен сделать? Да, игру, как я многие другие игры не понял, и поэтому двигаемся к следующей. Кстати, вот меню окончания игр. Мы переключим на какую-нибудь другую игру. Допустим, Е. Тут нужно попасть на самый верх, если двойной кубик идет тут внизу. Нажимаем. Дальше я, когда переходил на следующую гонку, а точнее не гонку, а игру, я решил выбрать из того, что я знаю, и выбрать, конечно же, Tetris. Это была последняя игра, которая, ну, в принципе, тут, наверное, самая интересная. Нажимаем старт и поехали. Так, и Tetris, ну, на видео, ну, вышло, ну, достаточно плохо, потому что было неудобно, и поэтому я уже решаю заканчивать, и по выводу вещи, ну, достаточно интересные, особенно за 4 евро, я считаю, совершенно неплохо. Поэтому я с вами прощаюсь, подписывайтесь, ставьте лайки.